люди, которые работают здесь, это те люди, для которых гостеприимство – это их какая-то черта характера, наверное, вот я бы так сказала. Каждый человек, который заходит к нам, мы встречаем его не просто как человека, как клиента, а мы встречаем его со всем нашим радушием, со всем нашим гостеприимством, мы вкладываем в это слово буквально все. Я работаю шеф-поваром уже более 25 лет, я мог бы идти по накатанной, делать все то же самое, как в прошлом году, как в позапрошлом. Хочется, чтобы люди получали какое-то ощущение нового вкуса, и мне этого приносило бы тоже удовольствие. Каждое блюдо – это презентация. Это презентация целой работы. Рад, что я лично знаком и мог сотрудничать с такими шеф-поварами, как Ив Тюрье, Бруно Бастерелли и Франк Мишель. Эти люди помогли мне еще больше полюбить кухню, мою профессию, профессию шеф-повара, которая дает возможность делиться тем, что мне нравится, с людьми. Эти люди помогают мне сейчас, вдохновляют меня дальше. Проводим мотивационные собрания, беседы, где мы обсуждаем, допустим, то, над чем нам нужно работать, да, потому что всегда есть над чем работать, всегда есть к чему стремиться. Я считаю, что очень классно, когда ресторан имеет возможность выращивать свои овощи или фрукты, ягоды, крутые, съедобные. Но если этой возможности нет, очень классно иметь таких друзей, которые горят этим делом. Самый большой кайф, который мы здесь получаем, это действительно вот от тех людей, которые всегда возвращаются, которые всегда благодарны. Люди говорили такие слова благодарности, от которых вот у меня, честно, даже иногда слезы наворачиваются. Мне нравится, когда на кухне работают люди, которые любят свое дело, когда мы делаем это все вместе. Это действительно получается, как называют, может, заезженная фраза «команда», но это на самом деле так и есть. Потому что, когда люди горят одним делом, они творят, могут сделать очень много, творят какие-то, можно сказать, чудеса.